В день рождения Могилева и в день его освобождения от немецко-фашистских захватчиков по традиции чествуют лучших людей Могилева. 17 профессионалам разных сфер деятельности торжественно вручена городская премия «Достижения». Их достижениями гордится не только Могилев, но и в целом вся страна. Трудно быть первопроходцем в таком разделе, разработанном как хирургия. Просто еще раз хотел бы сказать, что некоторые виды вмешательств применены впервые в нашем городе, в том числе и в Республике Беларусь. Наверное, нашим главным коньком, нашей такой фишкой в хорошем смысле этого слова, это являются современные методы интраоперационной диагностики. Это интраоперационная ультразвуковая диагностика, видеохоледохоскопия. Это совершенно новый метод, который применен в нашем городе такой. Мы пионерами являемся. За 25 лет у нас очень много дипломов различного уровня. Областного, республиканского, международных. Гран-при, последнее наше достижение, мы взяли на международном фестивале «Золотая пчелка» в этом году. Звание «Заслуженный любительский коллектив» в этом году присвоено нам. 25 лет в этом году нам исполнилось. Ну, премия президента по поддержке талантливой молодежи у нас также была. Наверное, самый большой успех – это то, что город, на конце концов, закончил ремонт с мостами. Мы начали работать, ну, не в полную силу, но уже выпуск из 60 машин. Сегодня мы выпускаем 90. А в нашей производственной мощности порядка 105 машин на линию в рабочее время. Мы думаем, к этому и стремимся. За 15 лет премии достижения ее лауреатами стали 228 человек. Многие неоднократно. Могилев динамично развивается, ведется масштабная работа по его благоустройству, а впереди еще много интересных проектов. Это и ваша площадь славы, это и Минское шоссе, это Печерский парк, сейчас лесопарк, а в будущем это будет парк, и спортивный парк. Это и вот главные проспекты, вот это здание высотное, которое диагностический центр, тоже были предложения о том, как изменить фасады, чтобы он стал украшением города, его доминантой городской. Микрорайоны как должны выглядеть, чтобы они не были одинаковыми. Все это оформили в виде альбомов. Эти презентации, кстати, было показано главе государства. И глава государства все это одобрил и сказал главному архитектору, осталось только что реализовать. Каждый на своем месте. Это заслуга. Я думаю, что все жители города Могилева по достоинству оценят решение горосполкома, потому что здесь равнодушных людей нету. Люди дело, люди творческие, которые действительно историю города Могилева за 16-й год несли свою какую-то изюминку. Персональное достижение лауреатов премии – это видимое событие в науке и литературе, искусстве и спорте. Эти люди – гордость и слава нашего города и страны. Настоящим подарком для них стал концерт Петра Елфимова, Ларисы Долиной, Сусо Павлиашвили, Стаса Костюшкина. Могилев 750 лет. В информационном агентстве «Могилевские ведомости» состоялась презентация фотоальбома. Это своеобразная коллекция фотографий, на которых представлен современный город. Могилев промышленный, Могилев культурный, Могилев спортивный. Иллюстрации сопровождает краткое описание на русском и английском языках. Издание в первую очередь ориентировано на туристов. Работы выполнены как любителями, так и профессионалами фотоискусства. В редакции, говорят, отбирали из тысячи снимков. Самое главное – это технические характеристики, а потом уже по содержанию самой, то есть когда идет речь изначально, то есть идет рассказ маленький о музее истории Могилева и о ратуше, то есть, естественно, выбирали, чтобы было хорошо видно, и ратуша, и все, что прилагает, то есть и сам музей тоже, и так далее. Фотоработы приходили на протяжении года. Некоторые снимки приходилось переснимать по несколько раз. Я понимала всю ответственность, насколько это будет сложно и тяжело, потому что, я говорю, по времени съемки это и утро, и обед, и вечерняя, и ночная съемка. Вот, в зависимости от того, как повернется солнечный свет, какое будет небо, какие будут облака. То есть пасмурная погода отпадает, а ее было весной достаточно, так это подстяжительное время. Вот, времени было очень мало. И из-за этого, конечно, немножечко напряжение возрастало. Издание «Могилев 750 лет» – это подарок, сувенир всем, кто посетит наш город. Приобрести фотокнигу можно в информационном агентстве «Могилевские ведомости».